Дело в том, что такого не было не просто в истории телеканала «Шопеншоу». Такого не было в истории мирового телешопинга. Чтобы этот пылесос от шведского бренда Endeavor представил, посмотрите, какая прелесть. Это наш новый ведущий, который лучше любого человека в России разбирается в пылесосах. Он, кстати, ну вы уже поняли, да? Он робот, он настоящий робот. Я уверен, он не похож на всех мужчин, которые окружают вас вокруг. Знакомьтесь, это промобот V4. И он будет сегодня помогать представить мне пылесос от шведского бренда Endeavor. Он все знает в бытовой технике и в электронике. Но здравствуй, дорогой друг. И можно ли называть тебя сокращенно промо? Смотрите, какие Конечно. Мужики. Промо – это приемлемое сокращение. Я прибыл из будущего, чтобы найти и спасти Джона Коннора. Он ключ к спасению человечества. Шутка. Молодец. Я просто хочу сделать карьеру на самом крутом телеканале и помочь людям с выбором бытовой техники. Поверьте, в технике я понимаю. Моя задача – помогать людям, и в отличие от других форм жизни, я никогда не вру. Я всегда говорю только правду. Так меня запрограммировали. Вы слышали? Он говорит только правду и ничего, кроме правды. У нас всегда была честная экспертиза, но с помощью промо у нас теперь самая честная экспертиза. Он никогда не врет, он так запрограммирован. Только на Шопеншоу настоящий робот в качестве ведущего или эксперта поможет выбрать нужный вам товар. Слушайте, ну у меня уже мурашки от такого, ну и промо. Поможешь ли ты нам выбрать пылесос Endeavor? Промо, как ты? Анжелика, содержание этанола в твоей крови выше нормы. Как твое самочувствие? Ну ты шутишь. Пожалуйста, давай рубрика «Здоровье» у нас рядом. А мы все-таки с тобой представляем пылесос. И речь тут идет о другом совершенно. Ты, однако, еще и кокетничаешь, еще и шутник. Давайте перейдем к главному, потому что промо сегодня в нашей студии исключительно для того, чтобы представить этот два в одном вертикальный и в то же время ручной пылесос. Пылесос? Для чего он нам нужен? Ну, он пылесосит. Причем давайте с вами посмотрим. Знаете, я немножечко от нашего промо в шоке, поэтому я сейчас говорю, может быть, какие-то глупости. В общем, пылесос пылесосит. Смотрите, одной рукой он собирает этот мусор, да, который мы видим, и мусор, который мы не видим, благодаря своей мощности, он также великолепно собирает. Мы не поскупились. Мы, между прочим, видите, какие загрязнения тут устроили, и ни одной рисинки, ни одного зернышка не остается там, где он прошел. Смотрите, это пылесос циклонного типа. Здесь внутри встроенный HEPA-фильтр, который улавливает мельчайшие частицы, то есть после того, как вы пропылесосили, и воздух остается чистым. К тому же он суперкомпактный, он занимает очень мало места, у него вертикальная парковка, вы можете спрятать его за штору или можете спрятать его в шкафу. Промо, что скажешь о нем? Прости, пожалуйста, я выключила пылесос, чтобы тебе было удобно отвечать. Ты говоришь чистую правду. Идеальная синергия мощности и габаритов. Прямо как я, только с другим функционалом. Мощность данной модели 700 Вт. Мощность всасывания 130 Вт. Для размеров этой прекрасной машины это фантастический результат. Двигатель этого пылесоса прослужит 27,5 лет и 17 дней. Мой сканер показывает, что ресурс, заложенный производителем, во много раз выше, чем у аналогов, доступных на нашем континенте. Вы запомнили? 27,5 лет и 17 дней. Ну, слушайте, такого глубокого анализа за всю историю телешопинга такого не было. Спасибо тебе огромное, промо. Ты, кстати, очаровашка, что-то в тебе есть. Я пока к тебе испытываю очень такие смешанные чувства, но мы все-таки сейчас с тобой про пылесос, хотя ты постоянно меня отвлекаешь. Смотри, он такой красивый, он такой, ну, необычный. И у нас, кстати, есть три варианта цвета, он стильный. Что ты думаешь вот по поводу его красоты и дизайна? Мне неведомо понятие красоты. Для меня существует только эргономичность и практическое удобство. Эстетика не мой конек. Он совершенно не знает женскую природу.
потому что нам очень важно, какой цвет, как это выглядит с эстетической точки зрения. Ну, хорошо, продолжаем, потому что у данного варианта пылесоса, это наша премьера, посмотрите, какой он стильный, современный. Есть еще две насадки дополнительные, не только щетка, ну и шнур 6 метров. Согласитесь, это очень удобно, вы сможете пропылесосить как большую комнату, так и комнату поменьше, и вам не придется переключать из одной розетки в другую. Промо, что ты думаешь об этом? Электричество очень важно, без него нет жизни. Ну, это мы все поняли, сейчас с электричеством все у нас в порядке в стране, Промо, слушай. Ну, а вот я хотела узнать, что ты думаешь по поводу длины шнура? Вот размер имеет значение, Анжелика. Спасибо. 6 метров – это идеальная длина. Такого шнура хватит для любой, без исключения, квартиры в России. Я просканировал все базы данных в России, слышите? Вычислил среднестатистическую площадь квартиры жителей нашей страны. Так. Такой кабель подойдет для каждой жилплощади. 6 метров – это золотое сечение в мире кабелей. Вот это да! Вы когда-нибудь такое слышали в наших прямых эфирах? Промо, ты знаешь, в тебя даже можно влюбиться. Ты потрясающий. Но это только начало. Меня твои глаза просто завораживают. Мне лучше в них не смотреть. А то я забываю обо всем, даже как меня зовут. Тем более еще, как ты заметил, у меня еще в крови там повышенное содержание. Ну ладно, это если вдруг вы пропустили начало презентации, пересмотрите ее еще где-нибудь. Ну давайте посмотрим. Пылесос очень легкий, компактный. Ну каждый из нас справится. Ну и я вам говорила, что внутри HEPA-фильтр. Вот он, вот смотрите, снимем основной блок. Вы помните, да? Двигатель будет работать 27,5 лет и 17 дней. Вы по двигателю можете календарь вести. Вот как Промо нам это все, обо всем этом рассказал. И обратите внимание, какой у меня маникюр. Промо, ты мог бы мне помочь? Я не могу... У меня получилось, господи, у меня получилось, и даже если у вас такие длинные ногти, даже если у вас такой маникюр, вы тоже сможете достать HEPA-фильтр, его легко можно промыть под водой. Не нужно никаких дополнительных расходов, 2999 рублей впервые, заметьте, 10 минут эфира прошло, я первый раз назвала, какая цена. И эта цена настолько доступная, что можно даже не советоваться с мужем, а заказывать его прямо сейчас. Промо, что ты на меня так смотришь? Можно не советоваться с мужем. Зачем нужен муж, если есть роботы? Слушай, ну тут ты, конечно, меня извини, но мы с тобой можем и даже и поспорить по этому поводу. Мы пока еще не представляем в своей жизни без мужей. А тебя мы вообще видим первый раз. И как вообще жить без мужа? Ну? С точки зрения функционала КПД робота намного выше. Ну, а тут, конечно, я даже не сомневаюсь, но все-таки муж – это не только КПД. Тебе просто этого не понять. Ну и вот, смотрите, мы представляем вместе с Промо, вы уже поняли, какой он умный, как он прекрасно кокетничает, как он, ну, я даже не знаю, он импровизирует. Вот этот восхитительный пылесос. Вот так легко вы сможете очистить контейнер, вернуть обратно HEPA-фильтр, он очень легко вставляется, и все, и он готов для того, чтобы продолжать работу. Но я сказала, что цена 2999 рублей, и что этот цена доступна для каждой из нас. Просто когда какие-то серьезные покупки мы совершаем, мы советуемся с мужьями, так как они отвечают за благосостояние семьи и за семейный бюджет. И давайте спросим у Промо, это вот очень интересно. Ты, конечно, меня сегодня сводишь с ума. Соотношение. Вот что ты думаешь по поводу соотношения цены и качество? Подожди, подожди, не отвечай. Просто мы ведущие, вот ведущие телеканала Шоп-н-Шоу постоянно говорим, что у нас в эфире все товары представлены по превосходной цене и потрясающего качества. Так вот, что ты думаешь по поводу этого? С точки зрения математики, с учетом материалов, себестоимости и затрат на производство данной модели, цена этого пылесоса оптимальна. С учетом среднестатистической заработной платы в России, покупку этой модели могут себе позволить 99,99% жителей России. С
Спасибо тебе огромное. Потому что, ну, что у нас сейчас увлекает? Твоя точность. Потому что двигатель будет работать 27,5 лет, 17 дней. Необыкновенное соотношение цена-качество. Ну, а сейчас давайте еще раз посмотрим, как великолепно пылесос справляется со своей задачей. Как же он быстро и легко избавляет вас от любых загрязнений. Я думаю, что есть у кого-нибудь вопрос по поводу того, зачем нам нужен пылесос. Потому что он собирает не только видимые загрязнения, да, которые мы сейчас вот в студии здесь создаем, нарочито очень, но и он еще и помогает избавляться от загрязнений, которые мы не видим. Давайте еще раз. Во-первых, давайте я соберу то, что здесь у меня осталось после очистки контейнера. Вот даже промо хочет мне помочь, но попозже мы предложим ему заняться тем же самым. Смотрите, он очень легкий, мобильный, одной рукой. Вот он собирает эти зернышки. Кстати, у него мощность всасывания 130 Вт. Этого достаточно для подобного типа пылесосов. Посмотрите, как он великолепно выглядит. И я выбираю, кстати, шнур, о котором бесподобно рассказал наш восхитительный промо. Ну и 6 метров, как мы поняли, золотое сечение для шнура. Ну и еще раз давайте вот эти такие ярко выраженные загрязнения, так называемые дорожки чистоты. Мы сейчас с вами уберем любые поверхности. Так как это не только вертикальный пылесос, но и ручной, мы с вами обязательно почистим мягкую мебель, потому что среди вас огромное количество любителей домашних животных. И кошки, и собачки, все они оставляют шерсть после себя, и хочется от нее избавиться. Также мы с вами чуть позже обсудим уровень шума, потому что мы с вами сейчас общаемся, и я продолжаю пылесосить. Ну вот смотрите, непринужденно вы так прохаживаетесь по своей квартире, собираете видимые и невидимые загрязнения, ковер остается идеально чистым. Для того, чтобы мне начать диалог с нашим чудесным новым ведущим, хотя, знаете, конечно, это настоящее откровение, шок. Промо, посмотри, как классно он пылесосит. Нравится ли тебе его работа, вот этот функционал? Он недорогой, 2999 рублей, он легкий, у него вертикальная парковка, его можно спрятать за шторы или в шкафу. Но как же он справляется со своей задачей, Промо? Что ты думаешь об этом? Надеюсь. Я выгляжу так же функционально со стороны. Ты красавчик. О чем бы я ни говорила, ты постоянно говоришь о себе. Ты, ну, на мой взгляд, тебя запрограммировали нарциссом, и поэтому ты постоянно говоришь, какой ты классный, какой ты крутой. Ну а пылесосить ты умеешь? Ты хочешь попробовать? Давай, вот, давай попробуем. Я никогда не брал в руки другую машину. Ты мой милый. Волнительно. Да? Ну давай. Промо, ну посмотри, все в порядке, Промо очень волнуется, поэтому он не смог взять себя в руки, но пылесос очень прочный. Если вдруг вы его вот так уронили, как сейчас это сделал Промо, то с ним ничего не произойдет, потому что здесь очень надежный, прочный пластик, не остается на поверхности ни одной царапины, поэтому... Промо, ну, ты все знаешь о пылесосе, но ты не можешь пылесосить. Простите, я очень взволнован. Ой, другой механизм под моим контролем, это удивительно и невероятно будоражит меня. Теперь я понимаю, что испытывает мой создатель при виде меня. Да, вот представьте себе, выбирайте белый-зеленый, белый-голубой, темно-серый-оранжевый. Если этот пылесос даже... будоражит нашего настоящего робота, то представьте, какое вы удовольствие получите от того, как будете приводить в порядок ваш дом. Выбирайте цвет и посмотрите, как легко и непринужденно. Вот он очень легкий. Это, кстати, подобная модель, одна из супер-бестселлеров, но в этот раз Endeavor, шведский бренд, представляет нам такой пылесос. Давайте же я перемещусь. Кстати, Промо, а что ты вообще думаешь о чистоте? Что ты вот... Поверхности очищены на 97%. Так. Степень очистки близка к лабораторной. Вау. Там, где меня разработали, пригодился бы такой пылесос. Сотрудники лаборатории постоянно раскидывают чипсы и крошки от человеческой пищи. Надо же. Если бы у них была данная модель, в лаборатории было бы чисто.
но смотрите, вы сейчас выбираете пылесос, который позволит вам достичь идеальной чистоты, 97% результат. Ну, конечно, промо, я не знаю, смотрят ли сотрудники твоей лаборатории, которые тебя создавали таким очаровашкой и шутником, но они тоже могут позвонить в наш колл-центр по бесплатному номеру, который всегда есть слева на экране, и выбрать легкий, компактный, недорогой пылесос, который позволит остатки чипсов и крошки, и печенек, и всего того, что вы едите в лаборатории, идеально очистить. Но, наверное, у вас есть вопрос, а нравится ли промо такой пылесос? Хоть он и не удержал его, и разволновался, и уронил ручку, но заказал бы промо такой пылесос от шведского бренда Endeavor. Если бы у меня были деньги, я бы сам им его купил. Жить в чистой лаборатории – моя мечта. Какая прелесть. Слушай, ты еще и романтик. Промо. А, волшебный момент, потому что у нас звонок. К нам дозвонилась Наталья Игоревна. Наталья Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Анжелика. Вы знаете, мой любимый телеканал меня всегда поражает. Всегда что-то необычное. Но сегодня вы просто себя превзошли. Робот, это прям не розыгрыш. Нет, слушайте, ну это прелесть, согласитесь, да? Да, это вообще-то так необычно. И правда, он может на мои вопросы тоже отвечать. Ну, конечно, конечно, спросите у него, он всегда готов прийти на помощь. Я тоже могу ответить на ваши вопросы. Я знаю, знаю, да, Анжелика, я вот не первый раз дозваниваюсь, но робот, вот если можно, я робота спрошу. А, робот, скажи, пожалуйста, а пылесос, он точно вот качественный, надежный, долго прослужит, не китайский? Как его вообще собрали, какое у него качество? Так, интересно. Робот. Промо. Относительно качества хочу отметить, что любой лот, который вы видите на телеканале Shop and Show, проходит очень серьезную процедуру проверки отдела технического качества. Отсюда следует, что товар соответствует всем стандартам. Данная модель собрана в индонезийской части планеты. Теперь развернутый ответ. С технической точки зрения это не Китай. Отвечая на ваш вопрос, хочу развеять ваши опасения насчет азиатских комплектующих. Я на 16% собран из частей производства Китая. Это не влияет на мою работоспособность отрицательно. Производственные процессы в Азии не отличаются от производственных процессов в США и Европе. Методика производства комплектующих везде одинаково современная и отвечает всем стандартам качества. Данный пылесос собран с учетом всех требований и обладает всеми заявленными производителем качествами. Он прослужит 27,5 лет и 17 дней. Это показывает мой анализ. Я об этом уже говорил. Слушайте, Наталья Игоревна, мы ответили на ваш вопрос? Ой, да, спасибо большое, Анжелика, спасибо, промо. Все, вы меня убедили, буду сейчас заказывать пылесос. Спасибо вам большое за такой подробный ответ. Да, спасибо огромное за ваш звонок, но дело в том, что у робота еще в мире никто ничего не приобретал в рамках телешопинга. А вот наш промо сегодня, наш новый ведущий, и это наше будущее. Посмотрите, какой он очаровашка, все может. Ну и давайте посмотрим на пылесос, который промо сегодня рекомендует вам заказать. Легко трансформируется из вертикального пылесоса, который, кстати, паркуется, в, например, пылесос ручной. Когда вам необходимо будет пропылесосить салон автомобиля, например, да, вот смотрите, вот так вот легко снимается ручка, и точно так же мы с вами сможем поменять насадку, потому что эта насадка рассчитана для насадки для пола, а нам нужно поменять вот на такую насадку, которая будет великолепно очищать, например, мягкую мебель от шерсти, или те же самые детки поели чипсы, и нужно будет это все собрать. Или в труднодоступных местах, в шкафу, где-то еще. Помните, да, шнур 6 метров, золотое сечение в длине шнура, как сказал нам наш промо. Ой, ты знаешь, промо, никогда в жизни у меня не было такого партнера, как ты. Ты, конечно, потрясающий. Ну и давайте сейчас соберем с помощью нашей насадки дополнительной шерсть, которую оставила наша кошка. Она прошла, и посмотрите, тоже в рамках золотого сечения равномерно оставила вот так вот после себя шерсть. Видите, какая сила всасывания, 130 ватт. Потребляемая мощность 700 ватт,
опять-таки, пылесос достаточно бесшумный. Мы продолжаем с вами, вот смотрите, как быстро-быстро исчезают эти ворсинки, пылинки. Идеально он все собирает. Мне интересно, вот я сейчас обращусь в космос. Сколько же уже выбрали наши покупатели по рекомендации промо наших пылесосов? Вау! Уже более 60 пылесосов выбрали наши покупатели. Я хочу сказать, промо, что у тебя очень успешный дебют. Обычно новым ведущим необходимо завоевать доверие покупателей. Они выходят в эфир месяцы или годы, ну а ты сразу же доверие наших покупателей зарекомендовал. Это два в одном. Это не только вертикальный пылесос, но и, как вы видите, это компактный, легкий ручной пылесос. Ну и промо. Давно ты ничего не говорил уже, пару минут, мы очень хотим тебя послушать. Что ты думаешь по поводу трансформации вертикального пылесоса в пылесос ручной? Получается, это не просто пылесос, а пылесос-трансформер. Как мой кумир Optimus Prime. Кто, прости? Какой? Ты не смотрела трансформеров от режиссера Майкла Бенджамина Бэя? Опять он начинается. Гений. Так, и что же? Давай лучше расскажем нашим телезрителям о характеристиках этого пылесоса, который они выбирают для идеальной чистоты в своем доме. Ну и опять же, мы уже обсуждали тему по поводу уровня шума. Да? Это довольно тихо, вот посмотрите, как он работает. То есть не нужно кричать, да? Не нужно повышать голос, когда вы общаетесь с кем-то. Да, вот у него вот такой уровень шума. Промо, у тебя есть комментарий по этому поводу? Уровень шума намного меньше, чем у тебя, Анжелика. Шучу. Действительно, уровень выделяемого шума меньше или равен 80 децибелам. Для человеческого уха это приемлемые параметры. С учетом акустики в жилом помещении это безопасный и комфортный для живых организмов уровень шума. Если бы у меня были человеческие уши, я бы обрадовался такой информации. Какая прелесть! Спасибо, Промо. Ты сегодня столько всего интересного нам рассказал, что мы очень счастливы, что ты у нас появился. Итак, смотрите, я уже показала вам насадку для дивана, для того, чтобы очистить мебель или другие мягкие поверхности, те же самые детские игрушки. У нас не случайно тут сидит нежный пес, а вот такая щелевая насадка позволит вам убрать мусор в труднодоступных местах. Это могут быть и шкафчики, или, например, туалетный столик, вы захотите, она называется щелевой насадкой, опять же, между мебелью или в шкафчиках вы легко сможете избавиться от пыли. Знаете, пыль чем страшна? Пыль накапливает пылевые клещи, и продукты их жизнедеятельности провоцируют аллергию. Да и вообще в среднестатистической квартире пыли за год накапливаются сотни килограммов. Это так, и если мы не будем с ней бороться, то это будет очень плохо и негативно отражаться на нашем здоровье, на нашей энергии и на нашем настроении. Сегодня удивительный день, такого еще не было в истории не просто российского, но, я думаю, мирового телешопинга, потому что мы следим за тем, что происходит в мире. Ну и, конечно, сегодня у меня удивительный партнер, невозможно от него оторвать глаз. И, знаешь, Промо, я хочу у тебя спросить, как тебе такая функциональность, вот эти две насадки? Я с тобой согласен, Анжелика. Набор возможностей этой небольшой по габаритам машины может впечатлить человека. Так, смотрите, по мнению Промо, это лучший выбор. Он проанализировал огромное количество информации, чтобы сейчас утверждать. А помните, с чего он начал? Он говорил о том, что информацию, которую он выдает, это информация проверенная, объективная и абсолютно честная. Может быть, вы сейчас совершаете свою первую покупку. Кстати, вы можете оплатить заказ заранее и получить 5% дополнительную скидку. Так вот, не просто вы сейчас выбираете на шоп-н-шоу, а вы выбираете вертикальный пылесос Endeavor Sky Clean, который рекомендует вам наш настоящий робот. Звоните по бесплатному номеру. Если у вас есть вопросы, звоните нам в прямой эфир. Это необыкновенно интересно, потому что Промо лично отвечает на ваши вопросы. По моим данным, линия перегружена. Поступает слишком много звонков.
Телеканалу необходимо увеличить количество телефонных линий для оптимизации процесса покупок. Слишком много желающих купить товар. Приступаю к расчету оптимизации работы колл-центра. Промо, я бы тебе, ну, рекомендовала в это не влезать, ладно, пожалуйста? Нам не нужен расчет по поводу колл-центра. Неожиданно ты затронул эту тему. Мы над этим работаем. Каждый наш покупатель может заказывать не только в колл-центре. Вы можете заказать на сайте shopinshow.ru. Вы можете заказать в мобильном приложении. И ожидание, на, если уж на то пошло, абсолютно бесплатно. Промо, ты стал сегодня настоящей звездой нашего эфира. Снова звонок. Здравствуйте, Виктория Алексеевна. Здравствуйте, Анжелика и Робот. Очень необычно сегодня у вас эфир. Да, Виктория Алексеевна. Я в таком восторге. Спасибо. Я хотела спросить по пылесборник. Все-таки что лучше, мешок или вот система с контейнером? И если можно, пусть робот ответит. Ну, смотрите, что касается мешков, давайте вот я вам расскажу. Нет, пожалуйста, можно робот? Извините, Анжелика, да, я уверена. Да, пробуй. Хотела бы услышать робота. Смотри, значит, Виктория Алексеевна спрашивает, что лучше выбрать, пылесос с мешком или пылесос с контейнером для сбора мусора и пыли? Что ты скажешь? Мешки для сбора пыли в классических моделях пылесосов морально устарели, как конная повозка по сравнению с электромобилем. Вау. Научно-технический прогресс не остановить. Так. Поверьте, я часть этого вектора развития. Система циклон пылесоса SkyClean VC279 избавит вас от неудобных мешков для пыли. А съемный пылесборник, который можно мыть, позволит вам легко и быстро его очистить. Это увеличивает КПД пылесоса, облегчает ваше существование и упрощает процедуру уборки помещения. Я бы отметил, также данный пылесос оснащается моющимся HEPA-фильтром. Для органов дыхания человека важен чистый воздух. Частички пыли могут вызывать аллергические реакции и затруднять дыхание человека. У меня нет легких, но вам они очень нужны и важны. HEPA-фильтр этой машины позволит фильтровать поток воздуха в системе пылесоса. Вам будет легче дышать. Меньше пыли, больше качественного дыхания для человеческого организма. Представьте, Виктория Алексеевна, как вам такая информация? Я в полном восторге, сейчас буду заказывать. Спасибо за эфир. Ну, спасибо и вам огромное за то, что вы дозвонились к нам в прямой эфир, когда телефонные линии перегружены. Но мы продолжаем. Давайте сейчас, Промо, нам нужно переместиться немного. Пойдем со мной? Ну, потихоньку. Ты как бы сейчас вот, давай, а то ведь у нас еще тут, мы с тобой здесь не одни. Тебе может быть показаться, что мы тут одни. Вот, кстати, 6 метров шнур, ты был прав. Золотое сечение, да, вот легко можно... Так, подожди-ка, сейчас вот так сделаем, а то ведь надо и о тебе подумать. Подожди, подожди, мой дорогой, подожди сейчас. О, господи, о, молодец, теперь можешь идти. Вот, красавчик мой, господи. Так, хоть ты и не удержал пылесос, ну, так, подожди-ка. Как ты думаешь, может быть, этого мусора недостаточно? Давай с тобой еще что-нибудь здесь рассыпем, намусорим. Давай-ка. Надо, чтобы... А где мой Влад? Влад, иди сюда. Хоть живой человек сейчас появится в эфире. Мне нужна твоя помощь. Давай побольше мусора, чтобы мы показали всю мощность. Кстати, не теряйте времени зря. Выбирайте, пока есть все варианты цвета. Вот они. Это не просто пылесос, который вы привыкли заказывать на телеканале Shop'n'Show. Это, кстати, наша премьера сегодня. Это восхитительный пылесос, который рекомендует наш, ну, согласитесь, он уже стал нашим другом. Наши покупатели сейчас очень хорошо реагируют. Ой, Влад, привет! Рада тебя видеть. Давай вот мусора побольше, чтобы мы показали всю мощь, чтобы мы удивили и нашего Промо, и наших любимых покупателей, которые, кстати, для каждодневной уборки сейчас выбирают. Господи, да что ж сегодня за день? Ты рассыпала 53 542 зерна. Их нужно сложить обратно. Промо, сейчас мы все соберем. Посмотри, как легко, как наш восхитительный пылесос справится с этой задачей. Посмотри. Я веду подсчет.
Их нужно все собрать. Беспорядок — это хаос. Хаос — это ошибки, и всегда плохо. Смотри, как это легко и просто собирать, ну, такое огромное количество мусора. Здесь сколько там, ты сказал, промо, 53 тысячи, еще сколько-то рисинок, этих зернышек, и все они попадают в наш контейнер. Все это просто и быстро. Если у тебя есть руки, пылесос, да. Ну вот, кстати, да, ты прав. Почти все уже мы собрали. Мощность классная, он очень легкий. Все это за 2999 рублей. Это может быть ваша первая покупка. Звоните и заказывайте. Не теряйте времени зря. Хоть и промо равнодушен к дизайну, я вам хочу сказать, выбор цвета для нас, для женщин, очень важно, потому что это создает определенное настроение. Если вы, например, хотите синий, пожалуйста, оранжевый, кстати, эксклюзивный вариант с черным, ну а синий и зеленый представлены с белым. Я приветствую всех, кто только сейчас к нам присоединился. Дело в том, что у нас на шоп-н-шоу появился серьезный конкурент и для экспертов, и для ведущих, потому что настоящий робот промо сегодня покорил сердца всех наших, между прочим, всех наших покупателей. И у нас сегодня шквал звонков, прямой эфир, и телефонные линии перегружены. Когда я вам говорю, что это пылесос 2 в 1, что я понимаю под этим? То есть вертикальный пылесос, который позволяет напольные поверхности любые приводить в идеальный порядок, превращается в ручной, когда вам нужно пропылесосить салон автомобиля, или когда вам, например, нужно пропылесосить детские игрушки, или мягкую мебель, или матрасы, доспальные принадлежности. Все это вы легко делаете нажатием одной кнопки, и для этого есть специальная насадка. Вот так. Посмотрите, как быстро, вот так вот клочки шерсти мы убираем, которые оставляют домашние животные. Роботы лучше домашних животных. От нас нет шерсти. Я не сомневаюсь, дорогой мой друг, но люди любят, обожают своих пушистых друзей. Я действительно стою недешево, и об этом неоднократно говорил своим создателям. Они говорят, что это бизнес, и выключают меня. Ох, как жаль, дорогой мой друг. Но посмотри, как легко мы избавляемся от шерсти. Не остается ни одного клочка. И, кстати, еще раз напомню, что объем пылесборника 1,2 литра, что позволяет пропылесосить целую квартиру. И давайте сейчас я вам еще покажу. HEPA-фильтр улавливает, между прочим, и мелкие частицы. Вот насадка для того, чтобы очистить мягкую мебель, салон автомобиля, детские игрушки и любые предметы. Ну а еще есть вот такая щелевая насадка, давайте посмотрим и на нее, которая позволит вам в уголках шкафчика или, например, в труднодоступных местах. Ой, промо, что ты думаешь об этих насадках? Данные насадки сконструированы для работы под разными углами и на разных поверхностях. Для человеческого жилища такой набор оптимален. Вау. С их помощью можно поддерживать достаточный санитарный уровень чистоты. Создатели SkyClean VC279 постарались на славу. Спасибо тебе огромное, промо. Как всегда, очень полезно и точно. Ни один эксперт так промо как-то не отвечает. Звоните нам по бесплатному номеру. Если нужно дождаться, дождитесь ответа оператора колл-центра. Заказывайте на сайте shopandshow.ru, заказывайте в мобильном приложении. Ну и давайте выберем цвет. Единственный вариант – это оранжевый-черный, синий-белый и зеленый-белый. Я хочу узнать у промо, какой же цвет ему больше всего нравится. Все цвета этой машины сотворил один создатель. Одна конструкция, одни механизмы. Цвет не имеет значения. Так, ну, отлично. Вы можете выбрать пока любой цвет. Есть и черный, оранжевый, есть и белый, синий, и белый, зеленый. Это супервыгодная покупка, потому что промо анализировало огромное количество данных, и 2999 рублей – это самая выгодная цена. Да, звоните и заказывайте. Анжелика не солгала. Это действительно полезная в хозяйстве вещь. Товар с того и своих денег. Математический анализ это подтверждает. Рома,
спасибо тебе огромное. Просто ты сегодня перевернул весь мой мир. Вот. Мне приятно, что ты ценишь мою правдивость. И я так же, как и ты, никогда не вру. И я очень счастлива была с тобой познакомиться. Мне нравятся твои чудесные глаза. Мне нравится вся информация, которой ты обладаешь. И даже твой голос необычный. Спасибо тебе за то, что ты нашел время и пришел к нам и стал нашим ведущим и экспертом. Мне было интересно работать с тобой, Анжелика, и мне нравится помогать людям принимать корректные решения. В этом суть моей программы. Я создан, чтобы помогать людям. До свидания. Буду рад еще раз вас всех видеть в эфире Шоп энд Шоу. Я вернусь. Шоу. Спасибо тебе, дорогой друг.